Ну что, меня зовут Юлия Бабошина, я руководитель компании «Фитнес Эксперт». Вы находитесь на прямом эфире. Ежедневно мы проводим в 13:00 наши эфиры на самые разные темы. Сейчас мы находимся в городе Ярославле. Завтра у нас начнется, точнее уже началось мероприятие, конференция. Но сегодня это клубный тур, завтра начнется его основная часть. И, соответственно, мы с удовольствием закончим этот год подведением итогов по самым разным темам. И, соответственно, собрали для вас, чтобы представить дальше самых разных решений по продаже, маркетингу и так далее. Если вдруг вы решитесь присоединиться к нам, в принципе, еще есть целый день для того, чтобы приехать в город Ярославль. Здесь прекрасно, я бы сказала, чудесно. Вчера у нас шел снег, сегодня буквально тепло, поэтому все у нас здесь замечательно. И с удовольствием, мы очень любим город Ярославль, здесь уже проводим мероприятия в четвертый раз, второй раз мы проводим большое мероприятие, соответственно, будем еще раз рады. Ну что, не буду задерживать, у нас сегодня будет тема вот, собственно, от Алексея Исаева. Алексей у нас тоже выступает, мы тоже ждем его в городе Ярославль, тренажерный зал на 10 миллионов. Алексей, сейчас я пришлю вам приглашение выйти в эфир и буду ждать вас. Надо будет нажать на то, чтобы выйти. У нас, видите, здесь хорошее уже новогоднее настроение. Алексей, высылаю. Принимайте скорее приглашение от меня. И выходите к нам в эфир. Что-то у нас, Алексей, не вижу. Чтобы... Так, Алексей, надо что-то сделать. Мы проверяли, точно. Может быть, поменять девайс, может быть, поменять браузер, выключить. Да, другой браузер проверяйте. Алексей мне пишет в личное сообщение, что у нас, соответственно, будет другой браузер сейчас. Ну, собственно, пока Алексей у нас проверяет все свои настройки. Да, Алексей, VPN обязательно включайте, потому что это тоже нам мешает. Забегая вперед, у нас уже вышли ряд анонсов. Я хочу вам рассказать про то, что нас ждет в следующем году, как компанию, как в целом, собственно, все то, что мы делаем. Мы, соответственно, уже осенью провели мероприятие в Сколково, создали его такую часть большую, это конвенция. Соответственно, у нас мероприятие состоялось полноформатным, то есть это и конвенция, и конференция, и выставка. И, соответственно, в этот раз весной мы повторим ровно в том формате, в котором мы, собственно, все уже провели. Это будет конференция, конвенция, выставка. Конвенция мы также оставляем, собственно, в том же месте, как говорится, да. И, соответственно, мы будем также... То есть мы проводили опрос, получается, где-то 20-21 апреля у нас будут официальные анонсы, и 20-21 апреля у нас состоится мероприятие в Сколково. Еще у нас есть большие планы по городам. Теперь мы не только будем проводить конференцию, но и также будем проводить конвенцию. Алексей, еще раз выслала приглашение, вижу, что... Тренажерный зал на 10 миллионов – это достаточно амбициозные, возможно, для кого-то цифры, но это не так сложно и фантастически, как это звучит для кого-то. В нынешних реалиях достаточно сложно многое делать. Это и привлекать клиентов, и вовлекать людей снова в тренировки, особенно тех, которые занимались и вдруг сейчас не занимаются.
Ну и, конечно же, наши сотрудники, золотые люди, назовем их так, которые приносят нам деньги, приносят нам атмосферу, радость и так далее. Давайте перейдем к делу. Следующим слайдом я расскажу вкратце о себе. Как написано, меня зовут Алексей. Я сейчас практикующий эксперт, бизнес-консультант. Опыт работы у меня около 20 лет. Стартовал я с тренера групповых программ, а далее уже прошел совершенно, наверное, всевозможные этапы фитнес-индустрии, был и методистом, и открывал клубы, был и менеджером групповых программ, и фитнес-директором, и тренером тренажерного зала, и детского фитнеса, руководил отдельно и детским центром, и студией йоги, и открывал достаточно такие, ну, значимые проекты, был руководителем двух учебных центров. Вот, так что, если будут какие-то вопросы даже по этому опыту, то можете мне их задать. Давайте перейдем к следующему слайду. 10 миллионов – это наша цель. В чем, с чего все начинается? Все начинается бесспорно, как я, знаете, говорил на последнем форуме Global Fitness, все начинается с понятной концепции. Понятная концепция, она должна быть не только для клиентов, она должна быть еще понятной для самих сотрудников и для вас лично. Чем мы привлекательны? Вот задайте себе этот вопрос. Мы как фитнес-клуб, мы как фитнес-продукт, мы как специалисты. Чем вы, как, допустим, какой-то фитнес-клуб, неважно его название, отличается от фитнес-клуба, который находится на соседней улице, либо там в 1000 метрах от вас? Да, в чем причина клиенту прийти именно к вам? Задумайтесь на эту тему, и мы периодически будем переключаться со слайда на слайд, чтобы раскрыть те или иные вопросы, которые будут, собственно говоря, в самой презентации. Следующий классный вопрос – это как не продавать только тренажеры и стены? Этот вопрос как к руководящему составу в первую очередь, который должен быть просмотрен через лупу отдела продаж. Почему? Потому что часто бывает, прям часто, особенно в последнем проекте, который я консультировал, в том, что отдел продаж продает клиентам исключительно, вот прям вот исключительно только стены и тренажеры. Как это выглядит? Ну, встречает клиента, будущего клиента менеджера отдела продаж, говорил: смотрите, какой у нас классный клуб, смотрите, раздевалки, смотрите, шкафчики душевые, супер, а теперь пошли к тренажерам. Вот этот тренажер, разгибание ног, это сведение, вот смотрите, дорожка, вон у нас целая, еще есть эллипс, и еще, смотрите, вот здесь жим лежа, вот видите, вот этот тренажер вот так вот работает, это так. Я когда в первый раз это увидел, я подумал, мы как в магазине находимся сейчас. Один из, кстати, популярных спикеров, который завтра будет тоже выступать, не раз об этом говорил по поводу того, что менеджеры отдела продаж продают часто тренажеры. И это огромная ошибка. Сейчас я скажу, почему. Что же нужно продавать? А вот это вот нужно продавать. Посмотрите на экран. Вот это. Вот представьте, что вы человек, который знает что-то о фитнесе, слышал о фитнесе и пришел покупать клубную карту. Что вы купите? Рассказ о тренажерах и, там, допустим, о удобных раздевалках, что, в принципе, есть в каждом клубе. Либо вы купите вот это. Что мы здесь видим? Это соревнование мероприятия, когда менеджер отдела продаж рассказывает именно о том, что у нас проходит, какая у нас жизнь, какая атмосфера в клубе. Смотрите, какие коммерческие группы у нас здесь, круговые тренировки, кроссфит, потом индивидуальные зачеты наши клиенты. Там, мы их вдохновляем на то, чтобы они там условно раз в 3 месяца челлендж задаем, там, не знаю, по подтягиваниям, по жиму лежа, по бёрпи, еще почему-нибудь, там, в командные зачеты. И вот здесь, видите, у нас есть, это я сейчас пример рассказываю, есть, к примеру, доска почета, и там нету имени клиента, а есть, к примеру, его никнейм, да, там, к примеру, зайчик какой-нибудь сделал в этом месяце там 200 отжиманий, молодец, на первом месте и так далее. И, конечно же, мы дальше, что мы продаем?
рассказываем о команде профессионалов, какие у нас тренеры, чем они интересны, какие методики они разрабатывают, какие лекции они читают для наших клиентов. И, конечно же, два раза персональные тренировки. Вот именно это и нужно продавать. Ну, бесспорно, там другие подразделения, мы сейчас говорим о тренажерном зале. И тогда клиент заинтересуется еще больше, потому что, ну, по факту, если сейчас говорить про фантазии мечтателей, философию и так далее, мы продаем эмоции, мы продаем хорошее настроение, мы продаем результат, здоровье, позитив, а не стены, тренажерный зал, что, в принципе, тренажеры, которые, они пугают людей. Они, если в большинстве случаев люди не умеют им пользоваться. То есть они пришли, значит, если мне менеджер там, отдела продаж рассказал, я сам или сама смогу. Приходят, здесь походило по дорожке, здесь сделал разгибание-сгибание, гантельки поподнимали, пресс покачали. Ну, в принципе, все, я молодец. И... Ну, а результата-то своего человек может и не достигнуть. Вот. И, конечно же, ну, стоит обязательно рассказывать про значимость вводной либо стартовой тренировки с тренером. Почему я начал именно вот с такой темы? Сейчас я вернусь обратно на слайдик. Про то, что мы продаем. Если в нынешних реалиях мы хотим, чтобы наши клиенты, будущие клиенты, они все-таки делали в наших стенах больше акцент на себе, на тренировках, на наших тренерах, чтобы тренеры горели, нужно делать акцент на мероприятиях, на хорошем настроении, на позитиве, на будущем, что у них все будет точно ок. К сожалению или к счастью, наверное, больше к сожалению, мир очень непредсказуемо меняется. Но в наших стенах фитнес-клуба должно быть все намного круче, чем за их пределами. Дальше. Что такое продукт? Об этом тоже я достаточно часто рассказываю. Почему? Потому что когда мы приходим, когда я прихожу там со своей командой, либо сам в стены фитнес-клуба, который только запустился, либо работает какое-то время, я задаю такой вопрос руководящему составу: какой у вас продукт, что вы продаете? В большинстве случаев, ну, не понимают, о чем речь. Концепция работы – это в первую очередь, конечно же, это продукт, который вы продаете. Вот если вернуть назад один слайд, вы увидите как раз фитнес-продукт. Это вот он и есть. Это какие у вас мероприятия, какие у вас группы есть, какие-то уникальные авторские программы, какая у вас команда тренеров, какие вы проводите там персональные тренировки, возможно, что-то вот, чем вы отличаетесь, вот это ваш продукт. То есть если вы его сможете собрать в определенную структурированную, я назвал, кучу, и сможете описать сами себе хотя бы вот мой фитнес-клуб, что там мой тренажерный зал, это мой продукт, и в этот продукт входит эта команда, это соревнование. Вот мы каждый месяц проводим там такое-то мероприятие, челлендж, потом у нас соревнование по жиму лежа. Это сейчас просто я накидываю утрированные фразы. Мы это все тоже чуть-чуть позже обсудим по поводу календаря мероприятий и насколько важно держать фокус не только клиентов, но и самих тренеров на том, куда они идут. Если у вас нет мероприятий в клубе, если у вас нет планируемых обучений, вообще ничего нет, а тренеры изо дня в день приходят и тренируют, им становится скучно. В большинстве. Это сейчас другие тренеры тренажерного зала, по крайней мере, это с моей колокольни это так видится, то, что я вижу. И они сильно отличаются от тех тренеров, которые были раньше. Они сейчас смотрят более широко на индустрию. Дальше. Давайте скакнем. Про фитнес-продукт быстренько. Вот что вот сейчас на экране я показываю, это одна из концепций фитнес-продукта там, одного проекта. Основная идея
это философия. И прямо в середине между философией и основной идеей здесь написано то, что мы привлекаем, мотивируем инструментами, которые заставляют гостей ходить чаще. Вы, пожалуйста, запомните эту фразу «ходить чаще», эти инструменты. Поехали дальше. Следующее – это продажи и сервис. А это относится у нас в концепции под номером 1, 2, 3, 4, 5 – формирование целей. Формирование целей клиентов, когда приходит первый раз клиент к вам на хотя бы на показ клуба, хотя бы на первую тренировку с тренером, которая включена в клубную карту, как правило, мы хотим узнать о целях клиента. Но если, допустим, тот же тренер не знает вот этих вещей, это продажи и сервис, то, скорее всего, конверсия будет вообще невысокая. Либо это осознанная, либо неосознанная продажа. Да, это мы тоже понимаем. Осознанная продажа – это когда компетенция, точнее, осознанная компетенция – это когда человек прошел семинары по продажам, и он точно знает свой путь. Вот, допустим, этот час он проводит первый этап у него знакомства, второе выявление потребностей, презентации и так далее. И он знает точно, на каком он этапе находится, осознанной компетенции, понимает, что здесь он продает. Неосознанное – это когда он понятия не имеет, что такое этапы продаж, но у него как-то получается продавать тренировки. Конечно же, то же самое может быть с менеджерами отдела продаж. Так, давайте поговорим по поводу продаж. Сервис, кстати, неотъемлемая часть продаж, если, допустим, не думали об этом, подумайте. Потому что презентации себя, тем более, если рассматривать сегмент премиальный, мы всегда, ну, зачастую стремимся в бизнес-сегмент либо в премиальный сегмент, потому что это те клиенты, которые будут персонально заниматься, это те клиенты, которые будут покупать услуги. Зачастую, конечно же, в эконом-сегменте мы больше продаем такой клубные карты и персонально очень, ну, конверсия с продаж, точнее, с тренировок стартовых достаточно небольшая. Ну что, по поводу продаж. Задумайтесь, насколько часто вы проводите тренинги либо семинары по продажам. Задумайтесь, какая конверсия с тренировок стартовых, вводных на сегодняшний день у вас среди тренеров тренажерного зала. Просто посмотрите ее, сравните ее с предыдущим месяцем. Сейчас постарайтесь абстрагироваться от внешних факторов. Просто посмотрите и сделайте на этом фокус. Попробуйте поговорить с тренером. Если вы чувствуете, что конверсия ниже, чем 30%, это значит, из 10 стартовых тренировок только 3 продажи. Если у вас ниже, чем 3 продажи, то тогда встречайтесь с тренером, спрашивайте у него, как у него дела с продажами, задайте ему несколько вопросов, наводящих по продаже персональных тренировок. Если вы чувствуете, что есть большие там вопросы и недопонимание, что такое там выявление потребностей, как человек вообще узнает о целях клиента, какую презентацию, может, он для всех делает одно и то же, какая-то шаблонная такая слишком работа, то, скорее всего, нужно провести семинар, тренинг для либо данного сотрудника самостоятельно, либо для всей команды. Очень рекомендую проводить тренинги с разными спикерами. Это, как правило, совершенно, ну, та же информация, но с другими словами, с другими, возможно, какими-то практическими занятиями, с другими кейсами, потому что история каждого спикера, она разная. И она может также не одинаково ложиться в уши наших тренеров. И хотя бы там раз в год, раз в полгода, это идеальная картина, проводить такие тренинги. Вот. Это все, что я хотел сказать по поводу продаж. Дальше. Кстати, по поводу продаж, я сейчас вернусь. Видите, я поставил вопрос на работу с возражениями. Если у вас, у ваших тренеров хорошие продажи, то работы с возражением, скорее всего, нету. Давайте пробежимся быстренько. То есть первый этап – это знакомство, второе – выявление потребностей, третье – презентация, четвертое – вот я здесь добавил предложение «купить».
Это тоже такой важный этап, хотя это не основной этап, но важный, я его добавил, потому что очень многие стесняются цены. Очень многие стесняются сказать, что их тренировки стоят денег. Здесь, скорее всего, здесь нужно работать с уверенностью. Это дополнительная работа руководителя, с уверенностью тренера. И проговорить все как-то ключевые фишки и моменты как бы в этом этапе для вот этого тренера, которому очень сложно назвать цену. Допустим, если в вашем клубе установочная цена на персональные тренировки для данного исполнителя там условно 2000 рублей, но он с трудом произносит эту фразу, то есть предлагаю вам заниматься персонально. А сколько стоит тренировки? Стоит 2000 рублей одна. И ушел, ну, как бы глаза опустил, то есть такая неуверенная история, то, конечно же, здесь нужно работать с тренером, с ним поговорить, как минимум. Дальше, работа с возражениями. Если были качественно проведены все этапы, которые выше перечислены, у вас не будет работать с возражениями, скорее всего, вообще, ну, у тренеров. Сразу после предложения купить тренировки клиент соглашается на сделку. Это на что это влияет? Точнее, что влияет на отсутствие возражений у клиента? Уверенность тренера, уверенность в том, что он классный специалист, уверенность в том, что он прошел все этапы продаж, и в том, что он чувствует, что клиент точно его. Это что значит? Что он попал в цель клиента, выявил потребность. Вот так. Это такая, знаете, отдельная тема для семинара по продажам. Следующая история – это геймификация. Сейчас вернусь обратно на слайд по поводу понятной концепции работы. И здесь последней строчкой – это визуализация и мотивация и геймификация. Мотивирующая геймификация. Здесь это тоже может быть вашей концепцией. Здесь тема про MyZone, тема про Polar, да, то есть вот эти датчики, которые меряют пульс, как это выводится на экран, это может быть экран в тренажерном зале. Это тоже является инструментом для мотивации клиентов. Помните, что это, ну, а это опять же не обязательно. Это не обязательно. Если в фитнес-клубе сейчас не тот этап, чтобы подключать геймификацию. Здесь, может быть, вопрос связан совершенно с разными факторами и материальными, и, в принципе, такое есть ощущение, что вот, ну, вам это не надо. Тогда просто не обращайте особое внимание, то, что это не необходимость. Если у вас есть возможность подключить, вы это подключаете. Это даст вам дополнительный инструмент к мотивации клиентам ходить чаще? Даст, да, даст. Но когда вы подключаете вот такую историю, вам нужно в первую очередь обучить тренеров. Зачем это нужно? Ну, это нужно для того, чтобы клиент видел свой пульс, клиент видел свою прогрессию, да, свою динамику, а у тренера тоже был определенный инструмент к контролю состояния клиента. А у клиента будет еще больше доверия к данному тренеру, когда вот эти вот как бы ключевые факторы, они сольются воедино. Пропускаем геймификацию, идем дальше. Мы сейчас поговорим о возможностях, которые у нас есть, чтобы достигнуть цифры там 10 миллионов. Здесь вот, сама цифра 10 миллионов – это взять клуб такого формата, бизнес-формата с тренерским составом, к примеру, там от 15, в среднем 15 тренеров, с клиентской базой средней там 3000 человек, 4000 человек, со средним каким-то чеком определенным в районе 2-3 тысяч рублей за тренировку. Но это только от персонального тренинга. Дальше у вас есть другие возможности. То есть первое – это, конечно, персональные тренировки, потом коммерческие студии, коммерческие группы. Для чего запускаются коммерческие группы? Они запускаются для вовлечения клиентов, которые в основном либо не занимаются персонально, либо занимаются, и им необходимы дополнительные, как это назвать,
не то, что тренировки, то, что мне не хватает. Нет, дополнительные эмоции, дополнительная смена картинки, дополнительные какие-то навыки, которые, возможно, мотивируют клиента. Возможно, он очень коммуникабельный, ему вас мало. И когда он приходит на формат мини-группы, ему хочется быть в формате тусовки, в формате сообщества. То есть вот эти вот люди ходят, мы вместе, мы команда. Да? Тем более сейчас это, кстати, сыграет большую роль, если вы запустите, если ничего не запускали. К примеру, круговые тренировки. Это вот я показывал на слайде вот здесь вот. Да, то есть верхние два слайда – это формат как раз там кроссфит, круговые тренировки, которые также образуют такую интересную позитивную атмосферу. Дальше идем. События, мероприятия одного часа, одного дня, лекции, мастер-классы. Здесь я, кстати, об этом хотел отдельно поговорить. Сейчас, одну секунду. Та-та-та. Хорошо. Лекции и мастер-классы. Это тоже инструмент. Инструмент для вовлечения самих клиентов, инструмент для вовлечения тренерского состава. А то, что они могут читать лекции и тем самым привлекать не просто клиентов новых, но и действующих клиентов, заставлять, такой, вы знаете, проявить дополнительное уважение. То есть я тренируюсь с тренером, который еще и лекции читает. Он точно знает, к примеру, тему, как быстро снизить вес. И эта лекция может занимать, там, не знаю, 30 минут, там, 60 минут у тренера, но при этом он подготовится. Это, кстати, хорошая тренировка знаний для самого тренера. Далее, мастер-класс, например, там, видите, он назвал пример 8 кубиков тренера Варвара Максимова. Это мастер-класс, это может быть вообще разовая акция для вовлечения клиентов, новых клиентов. Это может быть, знаете, таким триггерным событием для тех, кто не ходит, либо давно не ходит, либо хочет раньше активировать, точнее не хочет, а думает, когда активировать клубное членство. А тут он увидел мероприятие, думает, все, ладно, все, с завтрашнего дня начинаю, и пошел на мастер-класс. И вот еще один формат называется лекция-практика. Здесь не бойтесь, кстати, вы не бойтесь там, тренерам говорить о том, чтобы они делились своими знаниями с клиентами. Почему нужно делиться знаниями? Клиент сам никогда, в большинстве случаев, не повторит то же самое, что сделал сам тренер, вот именно с первого раза. То есть здесь нужна целая такая история тренировок, не один месяц, чтобы выполнять с хорошей техникой, с правильным пониманием, зачем он это делает. Ну, кому я рассказываю, да, вы все это знаете. Вот, сейчас один момент. Почему-то хочется... Как включить камеру? Ну, ладно. Попробовал, не получилось. Идем дальше. Если что, завтра увидимся в Ярославле. Я прям, значит, буду готовиться, чтобы внешне не подвести. Итак, потренируюсь обязательно. Остановились на лекции практики. Как это проходит? Когда тренер набирает особую аудиторию, которая записывается на это мероприятие, он что делает? Он сначала рассказывает про то, что они будут делать, про то, к примеру, тренировка на ноги, ягодицы. Он рассказывает небольшую теорию, это сейчас пример, допустим, у вас мастер-класс, так это длится лекция-практика 60 минут, первые 5 минут он рассказывает, что будет, следующие 5 минут он рассказывает про принцип тренировки данной, потом они начинают разминаться, делать какие-то упражнения. В процессе он добавляет еще там, да, вот сейчас небольшой перерывчик, я вам расскажу, что будет дальше, зачем мы это делаем. То есть такая практика, совмещенная с лекцией. И это также будет сильно мотивировать обе стороны, это и тренеров, и клиентов. Вот, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, если у вас есть по поводу лекций, мастер-классов, но это классный инструмент, поверьте мне, тем более сейчас, когда хочется праздника веселья. Так, соревнования.
Это четвертая возможность у нас, в которой вот есть в этой презентации. На самом деле возможностей очень много, но пока давайте сфокусируемся на этих четырех. Это соревнования. Соревнования можно проводить совершенно на разной основе, в зависимости от сообществ, которые есть в вашем тренажерном зале. Сообщества могут быть по тяжелой атлетике, по там, снижению веса, по кроссфиту, по соревнованию по снижению веса, чего нет, по кроссфиту, по там, гребле, да, то есть по бегу. Сообществ может быть дофига, и при этом соревнования вы можете хоть каждый месяц сделать. Зачем нужно делать соревнования? Люди мотивируются, чтобы дойти... Сейчас я просто смотрю, что у нас дальше. Сейчас и вернусь, вы знаете, на вот этот вот слайд, поскольку я про соревнования говорю. Дойти до какого-то, показать себя, дойти до определенного максимума и потом идти дальше. Соревнования – это такая отчетная строка в истории, в пути клиента внутри фитнес-клуба. Он тренировался для того, чтобы там, добиться какой-то цели, выйти на соревновательные вот, составляющие, на соревнования, показать себя, показать своего тренера, чтобы тренер похвалил его, возможно, за то, что он достиг этого. Так что соревнования, они тоже играют очень важную роль. Далее, следующим слайдом мы переходим к набору персонала и анализ команды. Почему это здесь? Когда вы, допустим, если ваша цель сделать определенное количество персональных тренировок в месяц, там, здесь сделать 10 миллионов, вам нужна сильная команда, вы должны быть уверены, вы должны понимать, что этого количества тренеров вам достаточно, этого количества тренировок вам достаточно, на которые они делают, и вот всего остального. Но начинать нужно с набора персонала, с договоренности. Давайте здесь быстренько пробежимся. Набор или анализ команды. Здесь мы смотрим результаты команды. То есть если мы анализируем действующую команду, чтобы ее там изменить, усилить, улучшить. Результаты команды, к примеру, за полгода. И смотрим каждый месяц, какая шла динамика у каждого из сотрудников. Потом это результаты каждого тренера, собственно говоря, об этом каждого сотрудника. Анализ компетенций. Здесь про обучение. Это вот как про продажи, насколько тренеры компетентны в продажах, насколько компетентны в других направлениях, там функциональный тренинг, МФР, стрейчинг, там, сейчас гипертрофии мышечного волокна, да, то есть накачать, похудеть, неважно, насколько хватает им знаний и обучений, не знаю, вот для того, чтобы достигнуть тех цифр, которых вы хотите. Бывает такое, что тренер просто вот все уже выложил, у него больше ничего нет, и клиенту становится постепенно скучно. Я знаю клиентов, которые занимаются с тренерами годами, и они, тренеры постоянно их чем-то удивляют. Ну уж, наверное, вы знаете, эти тренеры чему-то учатся в процессе вот этих вот лет. Если бы они совсем ничего не учились, тогда нечем было удивлять. Дальше. Частные встречи. Частные встречи с тренерами. Я очень рекомендую, это очень круто помогает, когда вы встречаетесь один на один с тренером, или ваш руководитель, точнее, не руководитель, ваш там подчиненный, если вы фитнес-директор, менеджер тренажерного зала встречается один на один. Да, в принципе, фитнес-директору иногда тоже стоит встретиться. Это будет для сотрудника как таким мотивирующим фактором. Почему? Потому что вам не все равно. Вам достаточно интересно, как он живет, чем он живет, какая у него работа. Вы хотите искренне помочь. Что на частных встречах? Да не просто вы кофе пьете, не просто вы обсуждаете, типа, знаете, как там прошло мероприятие, либо давайте обсудим, посплетничаем. Нет, вы, помимо даже всего этого, основная задача ваша проговорить результаты данного тренера за период какой-то определенный, постановка задач на следующий период, и процесс достижения этих задач. То есть нужно прям четко проговорить и понять, что тренер понял,
понял. Повтори. Он должен обязательно там, каким-то, какими-то знаками показать, что он понял. Самый лучший знак — это рассказать. Рассказать вам, и что он будет делать дальше. И не забывайте обязательно ставить дедлайны, контрольные точки. В какие контрольные точки, какие результаты должны быть показаны данным тренером. Далее. Следующая часть — это выбор вектора и договоренности. Выбор вектора и договоренности здесь больше про цели самих сотрудников. Про договоренности. Сейчас, секундочку, давайте про векторы. Хочется сразу обо всем рассказать. Про векторы — это к чему стремится сотрудник. Бывает, что его задача — это быть самым крутым персональным тренером. Бывает просто персональным тренером, он не стремится к каким-то супервысотам. И это нормально. Хочет стать руководителем, к примеру, это третья часть. Четвертая – это методистом, хочет обучать тренерский состав, хочет стать генеральным директором, фитнес-директором, ну, все что угодно. Это обязательно определите вектор, это вам поможет, это вам будет дополнительным инструментом мотивации сотрудника. Договоренности. На старте лучше всего договариваться, это когда вы... В принципе, всегда лучше договариваться, как на старте, когда только человек начинает свою деятельность у вас в клубе, так и когда он уже доработает там год, два, три, вы можете также встретиться и договориться о следующих каких-то показателях, к примеру. Например, договоренность может быть... Вот, кстати, давайте я дальше пролистаю, там есть у меня более схематичная история. Так, это про честный набор. Давайте пробежимся быстренько по честному набору и дальше вам расскажу про договоренности. Итак, честный набор и анализ команды, здесь написано в групповых программах, на самом деле здесь речь про тренажерный зал, но это все то же самое. Открою вам большой секрет. Это все то же самое. Все то же самое есть и в детском фитнесе, все то же самое в бассейне и в других подразделениях, если они у вас есть. Первое, что мы делаем, это отбор и приглашение. Второе — встреча в офлайне либо в онлайне. Это при наборе персонала, я сейчас обсуждаю. Почему бывает в онлайне встречи? Если у вас большой поток кандидатов, лучше всего, вот чтобы всех посмотреть, сделайте онлайн. Сделайте 15-минутные такие маленькие собеседования, которые смогут для вас, по крайней мере, что-то открыть. Может, вам человек вообще не подходит прямо на старте, а вы на это будете закладывать час своей работы, когда он приедет. Может, ему лучше вот не приезжать и заодно его время сэкономить. Поэтому я очень рекомендую, если большой поток, к примеру, мы вот набирали тренерский состав в одну очень крупную сеть, и было в день порядка 10 заявок. То есть это невозможно было обработать их в формате офлайн. Ну, это было бы некачественно. Поэтому мы выбрали инструмент работы в онлайне и потом приглашали после этой 15 минуток на офлайн. Если они подходят. Если нет, то мы сразу говорили о том, что спасибо вам большое за встречу. Там удачи. Дальше. Это презентация клуба и подразделения. Это когда уже пришел человек, с которого вы собеседуете, вы показываете ему клуб обязательно, потому что бывает такое, я часто видел это раньше, когда при отборе персонала на собеседование вот встречаются в кафе, садятся и все собеседование проводят в кафе. То есть человек даже, он не замотивирован, он не понимает, что там за пределами кафе, ему хочется посмотреть клуб. Вы должны, а если он классный, вам нужно показать, вам нужно его вовлечь в эту всю историю вашего фитнес-клуба, показать, что здесь он может расти. Вы же заинтересованы в том, чтобы у вас был крутой сотрудник. Вы знаете, у меня кейс есть один. Я сталкивался, когда консультировал одну компанию, я решил, говорю, можно я поприсутствую на вашем собеседовании? Такие, да, конечно, давайте. И приходит парень в клуб на собеседование, на должность инструктора тренажерного зала, и его начинают просто вот сходу, во-первых, в кафе мы сидели, ничего не показывали, сходу по анатомии бомбить, по физиологии, по биомеханике.
И, вы знаете, с таким вот выражением лица было вот у руководителя тренажерного зала, что, блин, прям разочарование в лице. И сотрудник, вот будущего возможного сотрудника, потенциального, это настолько оттолкнуло, что там я включился в процесс, и мне пришлось вот это вот все разбавлять каким-то позитивом и другими совершенно вопросами. То есть люди нервничают, когда приходят на собеседование, это тоже на это можно детектировать. Давайте дальше, дальше, дальше. Рассказ о возможностях роста. Когда вы показываете клуб, расскажите о том, как он может расти в нашем клубе, в нашей сети, к примеру, если у вас сеть. Материальная мотивация, расскажите про деньги. Опять же, если в вашей концепции компании возможно говорить про деньги, расскажите. Почему нет? Почему нет? Очень многие типа, а вот мы вам перезвоним, если вы нам понравились, и дайте нам подумать, и мы расскажем вам про деньги. Ну, как бы человек приехал. Будьте уважительнее к нему. Если он в любом случае, ему интересно, сколько он будет зарабатывать. Некоторые, кстати, если вы занимались набором персонала, прям по телефону спрашивают, а сколько вы платите? И зачастую, если вы не ответите, скажут, ну, тогда я не приеду. Но если вы заинтересованы в персонале, попробуйте. Это, знаете, отрабатывает навыки коммуникации. Дальше. Ожидания соискателей и ожидания руководителя. Сразу, вкратце, сразу скажите, чего вы ожидаете от него, какие показатели, когда они должны быть. И то же самое спросите у него, чего вы ожидаете от нас, да, от клуба, от меня. Дальше. Подробная схема достижения материального плана и нематериального. То есть нематериального – это цели. Допустим, я хочу стать управленцем. Как, допустим, я пришел на должность тренера, хочу стать управленцем. Как мне вот к этому прийти? Расскажите об этом подробно. Расскажите подробно, как зарабатывать деньги, откуда брать клиентов. Там, если у вас есть служба сервиса, которая предоставляет вводные тренировки или там стартовые, скажите, как с ними коммуницировать, к примеру, хотя бы чуть-чуть, чтобы было все прозрачно. В принципе, все. Это по поводу честного набора. Следующий столбик – это как раз про анализ команды, который мы уже проговорили на предыдущем слайде. Идем дальше. Персональные тренировки. У нас слайд договоренности при наборе. Это вот то, что сейчас. И смотрите, я вот к этому слайду как раз и шел. Здесь мы говорим условия работы, проговорить, что тренер ведет персональные тренировки и как он их ведет, потому что, блин, вот честно, часто бывает такое, что тренеры тренажерного зала приходят на должность, и они не понимают, что основное это вести тренировки персональные. Ну, типа, я буду дежурить, вводные тренировочки проводить, вот сидеть, показывать вон там справа один тренажер, слева туалет, прямо там раздевалка. Вот, здесь нужно проговаривать всегда. Дальше, план в месяц какой, путь достижения данного плана, инструменты достижения, кому обращаться за помощью, если, к примеру, затрудняется в каком-то вопросе, это нормально. Если что, вот ваш наставник. Или если что, вот мой телефон. Дальше. Сроки и дедлайны. Когда, какой показатель сотрудник должен показать? Обязательно. Если вы не оговариваете это, сроков нет. Когда получится, тогда получится. И если вы хотите, знаете, мне поражает, когда часто вот начинает тренер работать, все, и мы сроки не озвучили. Надо делать 100. Окей, будем делать 100 персоналок. Но сроков нет. Когда? Никто ничего не сказал. Проходит месяц. Приходит руководитель к нему, где тренировки? Он такой, почему, типа, вы сделали только 30 за месяц, а где еще 70? Ну, то есть тренер в непонимании каком-то, ну, я только начал работать. Вот так вот. А ваши ожидания другие, и его ожидания тоже, они не совпали. То есть здесь он не виноват, вы, во-первых, его не научили, а во-вторых, не дали дедлайна никакого. Может, он не готов к такому дедлайну. Далее, и нужно, вот это важно, проговорить, а что будет, если? Что будет, если в дедлайн не будет 100 тренировок? Вот не будет. Вот что будет? Обязательно проговорите это. Могу сразу сказать, лучше всего, ну,
честно, быть честным и сказать, что вы будете, мы попрощаемся с вами. Это нормально сказать. Мы попрощаемся. Все. Дальше. Бежим. Коучинг действующих тренеров – это когда у нас есть действующие тренеры. Это же не набор персонала. Прошло там 5 лет, 6 лет, 3 года он уже работает, вам нужно усилить его. Садитесь вместе с ним и коучите, проговаривайте. Нравится клуб? Доволен своей работой? Сколько персональных клиентов? Доволен своей зарплатой? Какие инструменты есть для увеличения зарплаты? Типа, как ты думаешь? Просто у вас диалог. Ну, в основном монолог. Он должен говорить, или она. Что в его понимании персональный тренинг? Чему хотел бы обучиться еще? Что увеличило бы количество персональных клиентов? То есть задайте все эти вопросы, вы тогда поймете, насколько тренер вообще заинтересован в вашей работе, и вы точно поймете, что нужно сделать, чтобы увеличить его показатели. Дальше. А вот эта классная часть, вот прям пользуйтесь этим, это соревновательный эффект. Ведите, вот я вот делал в одном проекте в прошлом месяце эксперимент. Эксперимент состоял в том, что были неконтролируемые, была неконтролируемая реализация услуг, и при этом были очень низкие продажи. То есть реализация обгоняла продажи. Что это означает? Означает, что очень много проходит тренировок, а продаж очень мало. То есть он не контролируется, они не контролируются. И вот этот вот инструмент, он очень помог. Хотите на ежедневной основе, хотите два раза в неделю, хотите раз в неделю, пробуйте все, но выкладывайте прям, кто на первом месте по тренерам, по персональным тренировкам на сегодняшний день, на завтра, на послезавтра, на эту неделю у вас план такой-то, всего на месяц вот показывайте вот такой, осталось вот столько вот. Если вы будете, попробуйте просто сделать такой вот месячную, месячный эксперимент, и за один месяц прям каждый день выкладываете, и вы увидите результат. Результат будет просто ошеломительный для вас, я вот уверяю, попробуйте. Еще там есть инструмент деления на команды, но это кому будет интересно, мне потом напишите, я вам расскажу. Коммерческие студии, давайте я это пропущу, здесь именно что такое коммерческие студии и как они отличаются от обычных групп. Дальше, это я могу прислать все, кстати, презентацию. Примеры мероприятия. Тоже это могу прислать. Допустим, мероприятие там мужской характер, как быть сильным. Это здесь может быть про кроссфит, здесь может быть история про какую-то силовую атлетику. То есть это как проект, который длится месяц, два месяца, неважно. Потом соревнования по жиму лежа, пожалуйста, вам, вы запланировали. Потом мастер-класс, который называется рельеф, быть подкачанным и сухим. То есть вот это календарь мероприятий, который должен быть у вас вот, перед глазами, у клиента перед глазами, и он должен понимать, к чему стремиться, к примеру, какие здесь движухи проходят. И, возможно, он придет посмотреть, и это его будет мотивировать, там, бикини, почему бы нет, провести соревнования, подготовить людей, это мотивирует их персонально заниматься. Дальше. Внутреннее обучение. Кстати, классная фишка, я хотел рассказать, у нас буквально есть еще там 5 минут. Обучение помогает вовлечь тренеров в направление, и они заражают этим своих клиентов. Этот факт. Пока вот давайте два варианта обсудим. Первый вариант – это пригласите интересного методиста с новой темой. Можно за недорого это сейчас сделать в кризисное время. Это будет действительно мотивировать. И второе, это программа, которую я назвал такой «Я знаю». Тренер обучает коллег. Если есть ограниченный бюджет, вы можете раз в неделю устраивать такое вот мероприятие. К примеру, у вас есть один час. Два сотрудника готовят темы по одной теме, к примеру, по 20-25 минут каждый. Допустим, один готовит, там Мария готовит тему упражнения на ягодицы, и, допустим, Иван готовит тему развития плечевого сустава. Вот. И они обучают других своих коллег, чтобы, во-первых, сами проработать это и делятся
этой информации с другими, а у вас при этом фонд оплаты труда не страдает, расходов ноль. Но при этом это хорошая команда образования. Могу подробнее рассказать, но уже лично. Дальше. Из чего состоит, сейчас мы уже подходим к концу, из чего состоят 10 миллионов рублей? Да, кстати, Вадим, я в конце пришлю, точнее покажу QR-код, по которому можно будет перейти, вы мне прям напишите туда, это будет мой WhatsApp, и я вам вышлю, потому что, ну, я сейчас зафиксирую вашу почту, обязательно даже фоточку сделаю, чтобы не забыть, пришлю. Так, из чего состоит? Давайте первое, это ваша личная вовлеченность. Вы, как руководитель, должны быть вовлечены в том, что в достижении данных денег или других каких-то денег. Позитивно мотивированные и обученные тренеры. Позитивно мотивированные и обученные тренеры. Это почувствуется сразу. То есть если вы видите, что они улыбаются, вас встречают, здороваются, говорят, у нас сегодня тренировки, та-та-та, обученные, ну, вы точно понимаете, вы же компетенции их уже изучили, мы об этом говорили в самом начале. Третье – это вдохновленные клиенты. Вот это сложно не увидеть. Четвертое – ежедневный контроль потока стартовых тренировок. Каждый день. Смотрите, как прорабатываются вводные-стартовые тренировки тренерами, какая конверсия. Пятое. Ежедневный анализ конверсии и продаж. Вот о чем я только что говорил. Шестое. Стратегический план и уверенность. Все получится, поверьте, все получится. Вот эти вот шесть правил, которые прям я по ним живу каждый день, мне кажется. Дальше. Здесь я хочу вам рассказать про два тренинга по продажам. Посмотрите их, это такие базовые темы, которые я сейчас преподаю. Первый уровень – это когда тренеры в основном никогда не обучались. Здесь это такая рекламка. Если вы хотите, напишите мне, я с удовольствием на эту тему с вами поговорю. Первый уровень – это базовые навыки сервиса, базовые основы продаж, этапы продаж, практика, домашние задания и ведение один месяц. То есть в течение целого месяца я буду на связи, отвечать на вопросы, спрашивать, как дела у тех ребят, которые проходили обучение, и поддерживать их своими ответами. Потому что часто бывают какие-то кейсы в процессе этого месяца, на которые там, которые требуют ответа. Второй уровень – это уже люди, которые проходили продажи. Здесь мы рассказываем про этику, этикет продаж, более глубоко, типы личности, психология продаж, новые этапы продаж, создание нового фитнес-продукта. Прямо на обучении мы это делаем, мы создаем фитнес-продукт. Самими тренерами это такая, знаете, внутренняя команда образования. Практика, естественно, домашние задания, тоже ведение и поддержка в течение одного месяца. Далее, ребята, это QR-код. Наведите телефончик, пришлите мне, там будет «Здравствуйте, Алексей», пришлите мне презентацию. Если у вас будут дополнительные вопросы по, возможно, семинару по продажам или по каких-то другие вопросы, обязательно обращайтесь. Спасибо вам большое. Если есть вопросы сейчас, задавайте в чат. У нас есть еще, там, думаю, что пару минут. Я готов ответить. И всех жду завтра на лекции в Ярославле. Там я буду читать про групповые программы. Очень интересная лекция, целый час, там будут видюшечки, фоточки, анимации, инструменты, как добиться 2 миллионов от тренеров групповых программ, какие есть там ключевые фишечки, истории, как кейсы, посмеемся, ну, в общем, будет очень интересно. Вот, жду вопросы. Не стесняйтесь, пишите, задавайте. Если стесняетесь, либо есть какой-то частный вопрос, QR-код вам в помощь. Наведите камеру и пишите мне WhatsApp. Если камера не работает, можно вот с правой стороны, внизу есть номер телефончика, он привязан к WhatsApp, тоже пишите. И буду вас ждать. Вот, вижу, уже начали. Буду вас ждать завтра на форуме в Ярославле. Ну и, конечно же, пишите на связи. Всем спасибо. Я еще здесь. Да, спасибо большое, Алексей. Прям буквально
уложились вовремя, все здорово. Ну что, коллеги, будем ждать вас завтра в 13:00. У нас завтра у нас, коллеги, суббота, все уже. В понедельник мы вас будем ждать в 13:00. Алексей, вас завтра офлайн, надеюсь, увидим. Да, я тоже надеюсь. Так, спасибо большое. Приезжайте скорее до нас, до Ярославля. Здесь прекрасно. Коллеги, кто у нас еще не собрался в Ярославль, тоже очень ждем. Все, всем спасибо. Хорошего дня. Спасибо.